наелись и на боковую. В Железногорском зоопарке ямалайские медведи готовятся к зимней спячке. За последний месяц они набрали почти треть массы своего тела и теперь стали круглые, как колобки. Изменился темперамент. Косолапы не расходуют энергию понапрасну, стали вялыми и сонными. Последнее, что им предстоит перед долгой зимой, обустроить себе уютную берлогу. Для этого зоологи привезли мишкам целый сток сена. Если животные залягут в спячку вовремя, посетители засада не увидят их долгие 5 месяцев.